В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в декабре семьи, в которых есть дети до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Это право сформировалось у тех, кто живет на территории нашей страны. Также дети должны быть рождены с 18 декабря 2012 года. Выплату производят автоматически на основании документов, которые семьи подавали ранее. Наверняка у многих изменились какие-то счета в банке, реквизиты. Может быть, кто-то... Ну, мама, например, вышла замуж, может быть, у ребенка поменялась фамилия. То есть какие-то персональные данные, которые необходимы для выплаты, могли измениться. И ожидаем, конечно, определенный возврат с банков, потому что мы перечислялись по тем данным, которые у нас были. Ну, за это время никак мало что можно было уточнить. Так вот, если еще не дошли, знаете о том, что изменились какие-то данные, необходимые для выплаты, это обязательно нужно сделать. Сообщить об изменении персональных данных можно через госуслуги или при личном обращении в пенсионный фонд по предварительной записи. Срок подачи заявления до 31 марта 2021 года включительно.